в одиночку смог увести шхуну? Ловкий ход, капитан. Как и отнять мой брик у того идиота? Братья, я ваш должник. Этот проныра и два месяца не продержал твой корабль, как приполз в Насау. За королевским помилованием. Ну так пришлось. Этот Роджерс повис на мне, как пес. Помолчи, Рекхэм. Что теперь? Как прежде в погоню за богатством? Да, и я близко. Говорят, мудрец отплывает из Кингстона на корабле принцесса. Твой бы талант да во благо, Кенуэй. Ищи мудреца с нами. Не по душе мне эта ваша мистика, Мэри. Хочу лучшей жизни. Легкой. Честно мне дано легкой жизни, Эдвард. Поверь мне, от нее одни лишь только беды. Так, Рекхэм, пора в отставку. Что вам предложить, капитан? Спасибо за доверие. Дневная вахта без происшествий, сэр. Капитан на мостике. Отдать гроты! По ветру! Приводим к ветру! Паруса отдать! Круче к ветру! Ловим ветер! Сколько есть! Надо исчезнуть, а? Ну что, Аде? Этот бандит из африканской компании. Повтори ему все. Я не видел принцессу больше 2 месяцев. Значит, скоро вернется. Что еще? Я думал, этот из тех, что спрашивали про принцессу сегодня утром. Вот и сказал. Каких тех? Был важный моряк в лохмотьях. И господин со шрамом здесь. Где они теперь? Где-то неподалеку, вроде бы.
Я устал гоняться за твоими мечтами, Эдвард. Команда тоже. Подожди, друг, мы уже близко. That brazen Queen Bloody Nanny again, taking in hundreds of... Intruder! I need some help here! Людей предупредили? Времени мало. Да. На перекрестке нас будут ждать два солдата. Хорошо. Позвольте обратиться, сэр. Зачем нужны образцы крови, что мы берем? Торос говорит, без крови обсерватория не будет работать как надо. Не понимаю, сэр. Если кто хочет в обсерватории, скажем, шпионить за Георгом, ему понадобится капля крови крови. Другими словами, за владельцем этой капли можно следить шаг за шагом. Торос намерен шпионить и за мной? Я только что отдал ему свою кровь. Я тоже капитан Хорнигол. И все тамплиеры. Меры предосторожности. И залог доверия, полагаю. Да, не бойтесь. Образцы направили в надежное убежище, в Рио-де-Жанейро. Мы не станем первыми подопытными, уверяю вас. Да, сэр. Полагаю, это скромная цена за все то, что я получил от тамплиеров взамен. Именно. Губернатор, скажите, как вам удалось совладать с пиратами на Мадагаскаре? Полагаю, сработало мое обаяние. Насилие, угрозы — лишь крайние меры. На Мадагаскаре я поставил их перед выбором. Либо вернуться в Англию нищими, но свободными, либо быть повешенными. Так же, как на Насау. Именно. Жаль, коммодор Чемберлен не увидел, каких я добился успехов. Злорадство вам не к лицу, Роджерс. Заслуженный триумф, не так ли?
ever could do for the man myself. Overbearing, overweening, overpriced, and grossly... Bloody men. Not one whit of sense to be found between them. The last man thought it could play with me is in three pieces. I'd like to see proof of such a thing. Now, now, no need to get your drunken arses into trouble. I'll get bit stuck in my teeth more intimidating than you. Well... Приветствую, магистр. Буэнос ночес. Что узнали? Пираты захватили принцессу 6 недель назад. Насколько мы знаем, мудрец Робертс был на борту. Хорошо. Уже кое-что. И какие же меры мы предпринимаем, чтобы возвратить наш корабль? Капитан Хорниголд отправил своих лучших людей на поиски мудреца. Хм. А где мудрец находится сейчас, вам известно? В Африке, ваше сиятельство. В Африке? Туда не поймать попутный ветер. Знаю, магистр. Нужно было мне плыть самому. На галере с рабами туда можно добраться гораздо быстрее. С рабами? Капитан, я просил отказаться от этой гадкой системы. В чем разница между порабощением всех и немногих? Наша цель – изменить ход развития цивилизации. Итак... Покорение тела ведет к бунту разума. Но поработи разум, и тело само последует за ним. Это факт. Вы правы, магистр. You come back here! You there! Stop! А точнее, где в Африке надо искать? В принципе, сэр, это островок. Отправили лучших людей. Берджесса и Кокрема. Верных каперов на быстрых кораблях, к тому же. Эдвард Кенуэй! Представь, как я был удивлен, увидев здесь твою галку. Услышал все, что хотел знать. Помчишься спасать мудреца из наших когтей? Чтоб ты сдох, ренегат! Ты нас всех продал! Ибо я нашел лучший путь, где есть порядок, строгость, правила. Но куда тебе до таких тонкостей? Прощай, мой друг. Ты был солдатом, когда сражался за истину, не только ради выгоды. Yeah.
возьму. Грация, благодарю. Теперь я ваш, капитано. Капитан на мостике. Еще паруса отдать! Какой курс, капитан? На принципе, квартирмейстер. Мы плывем к берегам Африки.
пустить Брамселя и бомб Брамселя! Там не бей! По ним здесь, Кэп! Сам! Да! Готовы, сэр! Пли! Он сокрушен! Пли! Уходите из-под обстрела! Пли! Наполни каждый дюйм! Попали прямо в нас! Стреляют! Они стреляют! Пли! Стреляют, сэр! Сам! Пли! Пли! Сэр! Удачная позиция! Сау! Плотни водички! Пли! Нет! Пли! Подходящая дистанция! Пли! Пушка готова! На реи! Спустить паруса! Роты убрать! Быстро! Пли! Плотни водички! Старьте-ка по ним, сэр! Только дать! Спустить паруса! Ловим ветер! Ловим ветер! Уже близко, капитан. Убавляй от ветра! Я на поиске Робертса. Не задерживайся, команда ждать не станет. Капитан в море! Капитан Кенуэй. И вновь опасный момент, Робертс. Пора нам уже прекратить вражду. Тогда не преследуй меня больше. Мне это ни к чему. Я верен своему слову. Капитан Хоуэлл угодил в засаду португальцев. Упрямый глупец. Я его предупреждал. Тамплиеры. Это они, Бёрджес и Кокрам. Те же, что привели вас в Гавану. Видно, тамплиеров уже не скрыться, да? Полагаю, пора дать им отпор. Приятно это слышать. И я знаю, как это сделать. Но эти Бёрджес и Кокрам, они не должны унести весть о моем побеге. Поверьте, не унесут. Увидите кого из моей команды? Отправьте их ко мне, будьте добры. Конечно же.
Ты идиота! Можете унести. Ждать не будем. Руки в ноги, а не то оставим вас тут. Отребья! Выходим в море! Эй, хватит спать! Собрались и бегом в порт! Ты помог нам, Кенвей! Доказал, что ты ассасин! Но зачем? Потешить свою гордость! Вы встали у меня на пути! Не стоит так делать. Эгоист и дурак. Хорнигольд был прав. Он для меня ничто. Пустое место. Как и все вы. Напрасно, Кенуэй. Вспомни, ведь именно тамплиеры помогли нам. Не король. Не родина. Тамплиеры. Тамплиеры. Наша семья. А где твоя? Честная служба — это лишение, низкая плата и тяжкий труд. Нам, джентльменам, удачи!
доступны изобилие, удовольствие, легкость, свобода и сила. Кто же в своем уме выберет ту жизнь, когда единственная угроза пиратству — косые взгляды бессильных мира сего? Ха! Да, я среди вас 6 недель. И за это время стал мыслить так же, как вы. И признаюсь, убеждения мои стали так сильны, что их яркость непривычки, возможно, даже пугает вас. Но если вы видите во мне капитана, черт подери, я буду им. Я испробовал все это, и теперь я знаю, лучше быть капитаном, чем обычным человеком. О, боже! Ваше упорство мне льстит. Я ищу обсерваторию. Говорят, только вы знаете, где она. И это так. Хоть мне и претит такое рвение, но я вижу в вас скрытые таланты. Бартоломью Робертс. Эдвард. Пока мне нечего сказать. Жду через 2 месяца. К западу от подветренных островов. Поможете мне, я дам ответ. Revolution will be live.